Маромай. И компания Сильвио Берлускони представляют. Грессию Кольменарес, Освальдо Лапорта и Херардо Романо в телесериале «Девушка по имени Судьба». А также Луису Кулиок. Авторы сценария Гильермо Глаук, Хуан Марин и Мария Виктория Менис. В главных ролях Вивиана Саконе, Норберто Диас, Роберто Ибанес, Хуан Витали, Сесилия Мореско, Альфредо Иглесиас, Ноэми Морелли и другие. Cuando tengo ganas de pensar en Dios, mis labios pronuncian la palabra amor. Vamos descubriendo un mundo, despertando un sentimiento, una luz, una esperanza, un sueño más. В фильме также снималась Вирджиния Лаго. Художник-постановщик Рубен Греко. Музыка Серхио Вильяра и Марсело Альвареса. Pensar en Dios, miro el universo que hay en mi interior. Режиссер Хорхе Монтерро. Успокойся. Здесь ты в безопасности. Никто не причинит тебе вреда. Облегчи свое сердце. Облегчи. Святой Отец, я всегда была благодарна жизни и Господу. Хотя меня после рождения бросили на обочине дороги, Бог дал мне новую семью, где я нашла любовь и ласку. Меня любили как дочь. От меня не скрывали правду. И я за это им благодарна. Но они умерли, и мой сводный брат... А я всегда его считала родным. Однажды признался мне в том, что... Продолжай, дочь моя. Однажды он признался мне в любви. Господи, Пресвятая Дева Мария! Он ходил за мной. Он угрожал. Он пытался всеми способами заставить меня стать его женой. Я хотела бросить все и уйти навсегда, но не смогла. Не смогла. Почему? Потому что есть один малыш, которого я не могу предать. Мой отец на смертном одре поручил его моим заботам. Я не должна, не хочу
И не могу оставить его одного, поэтому, когда я познакомилась с одним молодым... красивым и честным офицером, я приняла его ухаживание. Мне казалось, так мне удастся избежать приставаний моего брата. И тебя постигло новое разочарование, правильно? Да. Но я мечтала о счастье. Послушай меня, ты любишь этого офицера? Я думала, что смогу его полюбить. Я надеялась, что таким образом кончатся мои мучения. И я была готова пожертвовать своими чувствами ради брата. Не знаю, как я могла так ошибаться. Он всего лишь хотел сделать меня своей любовницей. Как я могла так ошибаться? Ты сама себя обманула. Ты заставила свое сердце подчиниться разуму. Вы правы, святой отец. Я виновата. Нет, я этого не сказал. Нет вины на женщине, которая готова пожертвовать всем ради ребенка. Выпусти меня отсюда, я хочу пойти к Милагрос. Выпусти! Милагрос нас предала. Мы ее выходили, взяли в семью. Мы были ей родными. Она бросила нас, не пошла с нами. Ты понимаешь? Она променяла нас на человека, от которого хочет только положение в обществе. Твоя сестра снюхалась с дьяволом, но ей когда-нибудь... придется заплатить за это. Если хочешь заночевать, то ступай в другую сторону. Это место мое. По крайней мере, у тебя есть хоть что-то. Хотя бы это место, а я потерял совершенно все. Я не хотел тебя обидеть, приятель. Когда попадаешь в лапы нищеты, трудно заметить чужое несчастье. Если хочешь присесть, валяй. У меня... Садись. У меня есть водка. Можно согреть потроха. Садись. Милагрос. Милагрос. Где ты? Простите, судари мои. Вы случайно не видели здесь девушку? Очень молодую и красивую, с длинными русыми волосами. Милагрос, это я. Милагрос. Господи, не оставь меня. Я нуждаюсь в твоем утешении. Я знаю, что обращалась к тебе не так часто, как нужно, и прошу меня простить. Я могу поклясться, что честно блюла твои заповеди. Теперь мне нужна твоя помощь. Я схожу с ума от несчастья. Я сжимаю кулаки и закрываю глаза.
чтобы хоть как-то вытерпеть боль. Мне кажется, будто все двери закрылись передо мной. Я уже не знаю, кому можно довериться. Кому можно верить? Мне ты можешь верить. Могу дать отдельный совет, но это единственное, что я могу дать. Спасибо. Но уже ничего нельзя сделать. Это не так. После ночи всегда наступает утро. Моя мать всегда повторяла эту поговорку, но я уже в нее не верю. Для мужчины нет ничего хуже, чем потерять веру, приятель. Для мужчины нет ничего хуже, чем потерять любовь. А как раз ее я и потерял. Если даже это так, все равно нельзя терять надежду. Вот посмотри на меня. Посмотри на меня. У меня нет ничего. А я доволен. Это мой крест. Я с радостью несу его. Всем нам приходится нести свой крест. Он стирает нам в кровь спину и отнимает последние силы. Господь знает, что делает, хотя иногда мы только диву даемся. Хотя бы взять тебя. Индеец с распятием бродит ночью по городу. Ты христианин? Нет, дружище. Честно говоря, я и сам не знаю, зачем я его ношу. Возможно, ты найдешь ответ в этом доме, который христиане называют церковью. Попробуй, может, получится. Освети мне мой путь своим светом. Пошли мне ответ. И дай мне сил, чтобы я смогла вместе с Хуансито начать новую жизнь. Все мы в руке Твоей, Господи. Помоги нам выжить и пройти по дороге Твоей. Прошу Тебя ради него. Ради Хуансито. Господи, защити нас и прости моего брата. Избавь его от зла, которое терзает его сердце. Ну что? Ты войдешь? Не хватает духа рискнуть. Войти туда? Но я же индеец. А почему нет? Для Христа все люди одинаковые. Давай, послушай меня. Войди туда. Может быть, тебя там ждет ответ. Никогда не лишний перекинуться словом с Богом. С Богом обездоленных. Ты будешь не первым и не последним, кто обращается к нему с просьбой. А почему нет? Милагрос? Наконец-то я не знала, что делать. Я не смог ее найти. Она исчезла. На площади ее не было, на улицах тоже. Ни следа, ни от нее, ни от офицера. Боже мой. Боже мой, а время уже на исходе.
А где Хуансито? У Анибала. Он караулит малыша. Надо что-то делать. И быстро. Что вам так нужно быстро сделать? Тебя это не касается. Я спросил, что вам так нужно быстро сделать. И ты не убегай. Ничего, Анибал. Мы говорили, что пора собирать наше барахло, только и всего. Уверяю тебя. Так значит, ты едешь с нами? Конечно. Будем вместе, как всегда. Хорошо. Тогда и в самом деле собирайте барахло. Милагрос, не надо терять надежду. Нет, Катриэль, все пропало. Успокойся, Милагрос, пожалуйста. Что мне делать, Катриэль? Для начала не отчаивайся. Порой судьба жестока и несправедлива, но ей нельзя просто так поддаваться. У тебя есть младший брат. Милагрос, у тебя есть цирк. Они твои. Говорю же тебе, не могу туда вернуться, к брату. Я не могу вернуться в цирк. Анибал не оставит меня в покое. Он ясно это сказал. Я одинока. Я осталась совершенно одна. Что мне теперь делать? Милагрос. Милагрос. Ты не одна. У тебя есть я. Милагрос. О, Милагрос, Милагрос. Просыпайся, малыш. Просыпайся. А где Милагрос? Где моя сестра? Она придет. Где она? Не отчаивайся, она придет. Я не поеду без нее. Мы не можем. Нам нельзя. Будет только хуже, если Анибал нас поймает. Тогда он будет мучить нас до конца жизни. Я хочу, чтобы она пришла сейчас. Вперед, трогаемся! Погоняйте лошадей! Нет, Хуана, нет! Нет! Ты не одна, Милагрос. Ты можешь на меня рассчитывать. Спасибо. Я знаю, ты предлагаешь помощь от души. Но я не знаю, как справиться совсем сразу. Я в ответе за Хуансито. Когда отец умирал, я обещала заботиться о нем. Что мне теперь делать? Не представляю, где мы будем жить. Где мне искать работу? Он ребенок, а я... Я не знаю другой жизни, кроме той, что была в цирке. Что мне теперь делать? Что мне делать? Как быть? Не отчаивайся. Постепенно решим все. Хуансито будет с тобой. Никто его у тебя не отнимет. А насчет крыши над головой? Не беспокойся, у меня прекрасный дом. А я тоже одинок, Милагрос. Я предлагаю тебе его от чистого сердца. Тебе и брату. Нет, Катриэль, я не могу согласиться. Не могу, спасибо. Не бойся. Я ничего не потребую взамен. Совсем ничего. Не знаю, что ответить. Я боюсь снова ошибиться. Мне страшно, все это так быстро. Так непонятно. И совсем по-другому. Мне нужно подумать. Подумаешь по пути к цирку, Милагрос. Мы пойдем за твоим братом. Анибал разозлится. Я тоже. Со мной ничего не бойся. Я сумею защитить тебя от всех.
и даже от себя самого. Принимай мое предложение, Милагрос, хотя бы на время. Пока страсти не утихнут, а потом начнешь сначала. Клотильда будет заботиться о Хон Сита и днем, и ночью. Я знаю одну очень достойную женщину, она хорошая учительница. И займется образованием малыша. А потом ты сможешь найти себе работу. Катриэль, как тебя за все благодарить, Катриэль? Преврати пустой дом, где я умираю от одиночества, в наш общий очаг. Дай. Проклятая Милагрос. Моя Милагрос. Моя Милагрос. Потому что она моя. Не кричи, ты всех перебудешь. Да плевать мне на всех. Мне нужна она. Что же она со мной сделала? Но она еще раскается. Горько раскается. Знаешь, что я тебе скажу, мой единственный верный друг? Она была уже почти моей. И сумела улизнуть. Что мне теперь делать? Что делать? Черт бы ее подрал. Ну скажи мне, ответь. Выпей еще немного и держись, как пристало мужчине. Ты заключил пари и проиграл. Ты принял ее за девчонку из кабачка. А она не так проста оказалась. И оказалась скромной и порядочной. А ну-ка отвечай, ты на чьей стороне? Отпусти, Августа, отпусти. Не горячись, а то еще... Драться ко мне полезешь? Не обижайся, потому что главный обиженный я. И помоги мне придумать, как заставить ее вернуться. Как? Придумал. Что ты придумал? Хотя я сонный и башка трещит, мне пришла неплохая мысль. Ты прижми как-нибудь Анибала, чтобы она примчалась заступаться за него. Ты еще пьянее, чем я. Они с Анибалом живут, как кошка с собакой. Хотя Милагрос способна и не на такое. А знаешь, похоже, ты прав. Я донесу на мерзавца Анибала, что он заговорщик. И когда он будет в моих руках, она, как птичка, попадет в твои силки. Конечно. Дело верное. Она будет просить прощения. Будет умолять. И будет меня любить. Будет меня обожать. Потому что я спасу шкуру ее паскудному братцу. Отличная идея. Отличная. Давайте, шевелитесь. Прощай, Санта-Мария. Прощай навсегда. Держись, Милагрос, осталось немного. У меня сейчас сердце остановится. Еще последние усилия. Мы уже совсем рядом. Сейчас самое время, чтобы увести Хуансита из цирка. Да, Катриэль. Конечно. Давай. Пошли скорее. Господи,
Спаси Милагрос. Пусть с ней ничего не случится. И пусть мы поскорее окажемся вместе. Пусть она нас найдет. Боженька, я прошу только об этом. Моя детка, Господь услышит тебя. Он услышит нас. Услышит. Нет, Господи, не может быть. Не может быть. Мы опоздали. Они уехали. И увезли его с собой, мой Хуансита. Боже мой, я никогда его не увижу. Будь ты проклят, Анибал. Верни мне брата, будь ты проклят! Успокойся, Милагрос. Прошу тебя, успокойся. Мой Хуансита, мой брат, я никогда ему не прощу. Никогда. Я хочу умереть. Мы поедем за ними. Катриэль! Я сказал, что мы поедем за ними. И привезем Хуансита. Доверься мне, Милагрос, доверься. А если мы не найдем? Как мне тогда жить без братишки, без Хуансита? Как мне без него жить? Я не смогу без него жить. Мы найдем их. Значит, надо ехать. И быстрее. Нет, Милагрос, сейчас нельзя, уже стемнело. Тучи затянули небо, луны не видно. След мы найти не сможем. В городе можно взять лошадей и фонари и ехать. А не то, нам их не найти. Милагрос, это в чистом-то поле. Ночью. Я эти места хорошо знаю. Ехать сейчас было бы сущим безумием. Мы не сможем определить, куда они направились. В спешке можно поехать совсем в другую сторону. Нет, Милагрос, послушай меня. Доверься мне. Поедем рано утром. Не хочу я никуда ехать. Я хочу к Милагрос. Она приедет, приедет. Сейчас она с Аугусто. Когда они вернутся, увидят, что цирк уехал, то поедут за нами. Так что не волнуйся, она приедет. Перестань, Хуансита. Милагрос, я сойду, я сойду. Не надо, Хуансита, не надо. Боже мой. Анибал запер дверь. Боже мой. Нет, я его ненавижу, ненавижу всей душой. Тише, успокойся. Будешь моей, Милагрос. Клянусь тебе. Ждать этого готов. Сколько угодно. Но моей ты станешь.
Входи. Спасибо. Это мое жилище, Милагрос. Чувствуй себя как дома. Проходи, пожалуйста. Как у вас здесь красиво, Катриэль. Рад, что тебе нравится, спасибо. Тебе и Хуансита. Здесь будет спокойно и безопасно. Согреть чего-нибудь, Милагрос? Нет. Не волнуйся, Милагрос. Мы обязательно его найдем. Я даже не знаю. Уверяю тебя, найдем. А сейчас надо хорошенько отдохнуть. Ведь на рассвете в путь. Да. Катриэль. Почему ты все это делаешь для меня? Я расскажу, Милагрос. Но при одном условии. Глаза твои должны сейчас заблестеть. Так же ярко, как тогда, когда я увидел тебя впервые. Постарайся. Я постараюсь. Так вот, это потому, что я знаю, что такое разлука, когда теряешь дорогого тебе человека. Это потому, что я знаю, что некоторые мужчины эгоистичные. Но главное, потому что мне, Милагрос, очень хорошо рядом с тобой. Рядом с тобой мое место. Катриэль. Так что, наверное, не я тебе помогаю, а ты мне. Я благодарна тебе. Катриэль. Милагрос? Что вы здесь делаете? Мне опять нужна помощь. Ой, вчера вечером я так перебрал, что ничего не соображаю. Чертики перед глазами. Я сейчас все объясню. А я пока поставлю чайник, чтобы чайком весь хмель из головы вышибить. Меня бросил цирк. Мне некуда было идти. Катриэль пригласил к себе. Вот я и здесь. Так, теперь я еще больше запутался. Это долгая история. Когда-нибудь я вам все расскажу. Брат Анибал обижает. В общем, да. Катриэль. Милагрос. Скорее, лошади готовы. Я взял воды и поесть. Если ты готова, то едем немедленно. Да, да, готова. Катриэль, не надо ничего объяснять. Сеньорита мне все рассказала. Поезжайте с Богом. А я здесь останусь хозяйничать. Спасибо, Браулио. Мы скоро вернемся с мальчишкой. Вот и прекрасно. Договорились, дом большой и сердце большое. Проснулся наконец. И Хуансита спал как сурок. Хуана, а где мы? А Милагрос?
Мы ехали всю ночь. Анибал все время гнал лошадей, словно дьявол в него вселился. Что нам теперь делать? Об этом я всю ночь и думала. И придумала что? Цирк не может быть все время в пути. Если Милагрос не появится через несколько дней, то мы с тобой сбежим и вернемся в Санта-Марию. Вернемся. Извините, хозяин. Да. К вам тут пришел этот... О ком ты говоришь? Бенито Рамирес. Это я, хозяин. Иди, с Богом. Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты сюда не приходил, а ты к тому же еще врываешься в дом. Извините, но дело в том... Не нужны мне твои извинения. Кто тебе разрешал уезжать из имения? Ваша супруга приказала. Моя супруга? Она хозяин. Явилась как раз, когда я наводил там порядок, твердой рукой. Ваша жена все испортила, выгнала меня оттуда. Как шалудивого пса, я плеуху дала. На глазах у всего вашего семейства. Врешь, наверное. Мария никого ударить не может. Клянусь вам, хозяин. Если бы вы ее тогда видели, она совсем другая стала. О вас всякие гадости говорила. Проклятие. Черт бы ее побрал. Не помешала? Ну что ты? Решила отдохнуть немного перед ужином. Ты же читала. Да, это просто так, чтобы не думать. А вот это напрасно. Ведь мы сюда приехали как раз для того, чтобы спокойно все обдумать. Не могу. Пытаюсь и не могу. Неспокойно как-то на душе с тех самых пор, как мы приехали сюда. Имение, ведь здесь повсюду Асунсьон, куда бы я ни пошла, и Гонсало тоже, который всегда все всем навязывает. И дочь моя, она сегодня еще даже не поздоровалась. Здесь, наверное, и моя вина. Я хотела ее успокоить, и мы с ней весь день осматривали имение. Спасибо тебе за это. Ты столько делаешь ради меня, ради нас обеих. Благодарю тебя за это. Ну, наконец-то. Мы смотрели на закат, как прекрасно было солнце. Гул ветра, птицы, летящие на ночевку. Это просто потрясающе. Меня бы больше потрясла еда на столе. Я проголодалась. Извините, приехал какой-то господин, он спрашивает... Аугусто! Аугусто! Катриэль, ты еще надеешься найти их? Конечно. Нельзя терять надежду. Но мы столько уже проехали, а от них ни следа. Хоть бы что-нибудь найти. Какой-нибудь знак. Да, это странно. И поэтому на рассвете мы будем искать снова. Далеко они уйти не могли. Сейчас главное найти какой-нибудь след. И по нему определить, куда они направились. Но это трудно будет сделать. Очень трудно. Очень. Куда бы ты ни убежала, Милагрос, я тебя все равно найду. Клянусь, рано или поздно, я тебя найду.
esperar que nuestro mundo se apague. Será mejor que cuidemos la llama. На русский язык фильм озвучивали актеры Людмила Иванова, Ирина Маликова, Александр Лущик, Борис Клюев, режиссер Надежда Еремина, звукорежиссер Владимир Захаров, инженер звукозаписи Дмитрий Солодкий, перевод Валерия Нижника и Ласло Велеса, директор Лариса Элкснис. Сериал озвучен студией «Наследие» по заказу общественного российского телевидения. Thank you.